Здравствуйте, с вами Людмила. Кто любит бисер, как я, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе моих новых работ. В этом ролике я покажу, как я делаю вот такие сережки и подвеска. Плетется одинаково, только количество бисера в верхней части я беру по-разному, поэтому разные размеры. Маленький, побольше и побольше. Это часть комплекта, которую я вам покажу в конце своей работы. Это будет не одна часть. Бисер номер 10 и бусина 8 миллиметров. И нитки примерно метр. Нитку я взяла самую тоненькую, потому что придется много раз проходить. Я прохожу через весь свой набор. 4 бисеринки, бусинка и еще 4 бисеринки. И подтягиваю. И прохожу дальше через 4 бисеринки. Вот так я по кругу прошлась. Беру одну бисеринку и прохожу через бусинку. Беру бисеринку и прохожусь по кругу, чтобы я вышла бы вот в этой бисеринке. И иду дальше иглой. Вот я прошлась по кругу. Вот теперь можно набрать, я там на короткие набирала 12, 16 и 20 бисеринок. Сейчас я наберу 16. 5, 5, 5 и 1. 16 бисеринок. Можно 12, можно 20, любое количество. И снова я иду по кругу, по всем бисеринкам. И подтягиваю нитку не до конца, чтобы мне два раза не считать, не искать. Так как у меня тут 16 бисеринок, мне нужно пройти через половину, 8. Если вы взяли 12 или 20, надо пройти половину. Поэтому я до конца не дотягиваю нитку, чтобы мне было бы проще. 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вытаскиваю. Вот теперь я затягиваю. И прохожу по кругу. 5 бисеринок и прохожу по кругу.
И все хорошо подтягиваю. Я прошлась по кругу, и тут мне тоже надо закрепить петельку, чтобы нитка не вытягивалась. Такую восьмерку сейчас сделаю ниткой. Я развернула, вы видели, поэтому иду накрест и прячу нитку. Сережка у меня готова. И также делается кулон. Только в кулоне я взяла 20 бисеринок. Если вам позволяет игла и нитка пройтись, то можете еще раз пройтись по кругу. Это будет плотнее держаться сережка бисеринки. Вот у меня сережка готова. Осталось одеть только швензу. Вот так. Легко, просто. И также можно даже одеть вот на такую. Одеть цепочку, и такая будет у вас подвеска.